Когда люди вот обращаются ко мне вот с таким посылом, если ты такая умная, знаете, полностью пренебрежение мною, полное обесценивание меня, полное такое, то помоги мне. Ну, в первую очередь, чтобы вам помочь, сначала, ну, оцените меня. Сначала в своих глазах меня поднимите. Вы же что этим посланием говорите? Вы берете меня, ниже плинтуса оставляете. И пока я для вас ниже плинтуса, то я для вас ниже плинтуса. Поэтому как вы можете получить помощь от той руки, которую вы же сейчас набрасываетесь и кусаете? Дорогая, ну это нереально. Вот. У вас слишком много спеси. У вас слишком много, скорее всего, эмоциональной боли. И вы вот в этой боли всех пытаетесь укусить. Я же не виновата, что вы болеете. То есть, в первую очередь, надо выйти из детской позиции. Потому что вот это детская позиция. Я не помогаю людям, у кого детская позиция. А детская позиция вот именно вот такая. Я могу помочь только тем, у кого взрослая позиция. Кто говорит, это я, засранец, довел себя, свою жизнь до вот такого безумия. Это я жрал все подряд. Это я не спал. Это я свое тело обесценил. Но мне нужны сейчас инструменты, чтобы мне вернуть любовь к себе. Мне вернуть свое здоровье, которое я потерял. Это же вы его потеряли. Это же вы безразлично относились к своему телу. И теперь вы говорите, я умная. Ну так и вы же умная, и вы умны в том, чтобы сотворить болезни. Если вы умны в том, чтобы сотворить болезни, то вы точно так же можете быть умны в том, чтобы создать здоровье. Все точно так же. Все именно с этого. И исцеление начинается точно так же, с одного маленького шага. Точно так же, как болезнь начиналась с одного маленького шага. Как образуется болезнь? Болезни образуются, начинается все с элементарно, стресса. Стресс, так как мы белковые соединения, то белок разрушается, за ним начинает лететь гормональная щитовидка, то есть, ну, дальше вы пишете, что у вас инсульт. То есть инсульт – это уже, ну, такое следствие, это уже плод многочисленных лет издевательства над своим телом. Поэтому, если я умная, помогите мне. Так вот, теперь это обращение к вам. Если вы умная и смогли свое тело довести до такого состояния, то вы можете точно так же стать умной и довести.